Надеюсь, тебе ролик понравится, ведь я старался для вас. Всем привет, с тобой Аколди. Недавно я сделал ролик про слитую сцену фильма «Человек-паука. Нет пути домой». Так вот, ту сцену, которую я показывал, она была в плохом разрешении. Вот эта же сцена, но в хорошем качестве. И как видно, да, я был прав, что это был Тоби. Ну, по крайней мере, перчатки от Сэма Рэйми. Подробнее того, что он говорит, я сказал в прошлом ролике. Перейди по подсказке. Там ты узнаешь, что он сказал, и как раз увидишь другие кадры. В этом видео я тебе покажу слитое видео оркестра с новой музыкой для фильма «Человека-паука. Нет пути домой». А также покажу фотографии, где снимался Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. Ну и плюс бонус, я покажу сцену, где снимался Том Холланд с Доктором Стрэнджем. У меня еще есть много сцен и кадров. Если поскорее хочешь увидеть следующее видео об этом, обязательно подпишись на мой канал и прояви активность. Тем самым ты породишь меня активом, а я тебе роликом, который тебе понравится. Не буду тебя томить, приступаем к самим кадрам. Сейчас я вам покажу кадры со студии оркестров. Вот данное видео. В данном видео можно услышать новую музыку для фильма «Человек-паука. Нет пути домой». На заднем плане мы видим кадры с фильма или трейлера «Человек-паука. Нет пути домой». И как можно заметить, сцены с Человек-пауком недоделанные. Долго заострять на этой сцене я не хочу, так как я ценю твое время. Приступаем к следующему кадру. На следующем кадре я покажу сцену, где будут сниматься Тоби Магуайр с Эндрю Гарфилдом. Вот этот кадр. Да, я знаю, мы это уже все видели, но помимо этого кадра есть такой же кадр, но издалека. И этот уже не все видели. А вот вам кадр, где Тоби Магуайр на съемках нового Человека-паука «Нет пути домой». И напоследок покажу вам кадры со сцены Тома Холланда и Бенедикта Камбербэтча. Вот эти кадры. Может быть, это начальная сцена, где Питер встречает Доктора Стрэнджа. Или может быть и финальная сцена, где Питер благодарит Доктора Стрэнджа за помощь и потом уходит. Спасибо тебе за просмотр. Следующее видео о сливах выйдет скорее, чем ты думаешь. Если интересны еще сливы, и ты не видел мой последний ролик, вот подсказка. Перейди, посмотри, может тебе понравится. С тобой был я, Колди. Еще увидимся.